главное предложение дня. Пышная хризантема. Эта брошь уникальная, потрясающая. Она выполнена вручную, каждый лепесток. Брошь «Пышная хризантема» от бренда «Янтарная волна». Это бестселлер телеканала «Shop & Show». И это сегодня главное предложение дня. Брошь. Натуральный драгоценный янтарь, лепестки, которые полностью собраны вручную, отобраны гемологом для изготовления такого уникального украшения. Это стиль бохо шик, это украшение, которое сейчас в тренде, оно модное, этническое, крупное. Посмотрите, длина такой броши, полностью высота 7 сантиметров. Это значит, она будет заметным акцентом в вашем образе. Это украшение, посмотрите, создано вручную. Каждый лепесток нанизан на специальную вязаную подложку, благодаря которой это изделие очень легкое, вы сможете носить его даже на летних шелковых платьях. Ну и, конечно, замок классический, заколка из серебра с золочением, с фиксатором. То есть такое украшение не расстегнется, если вы его наденете. И наша прекрасная брошь представлена в двух модификациях. Коричневой и светло-коричневой, видимо, так. Но она сочетается и делает такой красивый, простите, пожалуйста, да, делает такой красивый градиент. Градиент, да. Из одного цвета в другой переходит. И каждый лепесток видно, насколько с любовью работал мастер, как он подбирал. Я представляю вот это количество камней, которые лежало перед ним, и он подбирал каждый лепесток по отдельности. На самом деле делается рисунок сначала на бумаге, и мастер вручную пинцетом подбирает все камни и делает, называется, раскладка, выкладка камней, зарисовывается, фотографируется, и только потом уже записывается, где какой ряд, их в лоты эти камни рассортировывают, и далее они уже, конечно, имеют отверстие для того, чтобы нанизать полностью и собрать эту композицию. Представляете, полностью вручную. Причем сначала делается выкладка, а потом под это изделие делается отверстие в нужном месте лепестка. Не где-то посередине, а там, где нужно для того, чтобы собрать. И работает целая команда. И вот этого украшения вы не встретите нигде. Оно создано для нашего телеканала только у нас. И это такой хит, полюбился многим женщинам. Я вам честно скажу, когда впервые у нас появилась эта брошь, я ее сразу приобрела, потому что знаю, как ценится янтарь за границей. Его ведь там нет. Это же балтийский янтарь, наш янтарь, достояние России. Вот вы, я знаю, часто ездите в Прибалтику с концертами. Вот расскажите вообще об этом удивительном месте, где все пышет янтарем. Я знаю, что там просто на каждом шагу, да? Да, вот? Олечка, я, конечно, не один раз выступала в Прибалтийском Калининграде. И на самом деле в это время, когда я туда приезжала, действительно мне приносили подарки и именно из янтаря. Это, кстати говоря, и брошка, и серьги. Очень красивые, вот, и очень приятно, потому что понимаешь, что именно здесь, может быть, такой подарок. Например, в Санкт-Петербурге мне не дарят таких вещей, а вот в Прибалтику, когда приезжаю, или Прибалтийский Калининград, там вот такие эксклюзивные вещи. И знаете, что я хочу сказать для наших женщин? Во-первых, цена только сегодня 999, а во-вторых, вы получите свое эксклюзивное украшение, которое будет только у вас, потому что ни одна из этих работ не повторяется. Каждый лепесток, все-все подбирается вручную, значит, ваша брошка будет индивидуальной, она будет единственной, и это очень важно, и это приятно для каждой женщины. И более того, это обладает еще и лечебными свойствами. Янтарь – уникальный природный камень. Вы сами все прекрасно знаете, насколько он работает с вашей щитовидной железой. Если вы носите вот так вот брошь рядом с собой, на вот себе, она прикреплена рядом, и она вас лечит, она вас омолаживает. Олеся, ты знаешь об этом больше. Расскажи мне, массаж янтарными шарами, еще какие-то стоун-терапия.
терапии, когда, например, камни, вот такие уникальные самородки из янтаря, размещают на биологически активных точках на теле, считается, что янтарь, вот он содержит уникальную янтарную кислоту, когда соприкасается с кожей, с теплой кожей женщины, человека, он эту янтарную кислоту как бы отдает обладательнице его, и организм напитывается в прямом смысле всеми этими витаминами, которые впитали в себя самородки янтаря. Действительно, посмотрите, вот Наталья правильно сказала, и особенное внимание уделила тому, что это авторская работа, и что каждый лепесток, он не похож на предыдущий, ведь янтарь, он уникальный. Как нам понять вообще, да, что... Да, как мы должны разобраться, что это действительно настоящий янтарь, что нас не обманывают, когда мы приобретаем его? Ну, во-первых, мы вообще не должны об этом думать, потому что мы получаем украшение от бренда «Янтарная волна», брошь, посмотрите, янтарь, натуральный, серебро и золочение. Ну и плюс можно подсветить... При помощи ультрафиолета наш янтарь обладает свойством к флюоресценции, то есть он светится под воздействием ультрафиолета благодаря своим включениям и инклюзам. Вы сейчас видите внутри вот эти все прожилочки, тычинки, пестики, частички насекомых. Это фотография природы. Это драгоценный, натуральный, солнечный балтийский янтарь, который будет вас радовать, оздоравливать и делать из вас стильную особу, вот такую брошь. Невероятно красивая брошь, пышная хризантема. Это действительно стиль бохо-шик, да? Так называется? Бохо-шик. Коричневый, светло-коричневый. Цена только сегодня 999. Все для вас, наши дорогие женщины. Посмотрите, какое изящество. Посмотрите, какое маленькое солнышко. Это украшение эксклюзивно только на нашем телеканале. И только сегодня такая невероятная цена для вас, наши любимые, милые женщины. А на что хочется обратить внимание? Вот сейчас дизайнеры советуют носить брошку не только в классическом вот таком исполнении, как мы надеваем с левой стороны, а ведь брошь можно надевать на шапку, на повязку, на сумку, на браслет даже и на цепь. Вот столько вариантов. Невероятно, невероятно красивая брошь, и она ваша, наши дорогие, а мы дарим вам ее.